Заключительная тренировка перед отъездом. Четверо воспитанников Ивановской федерации панкратиона завоевали путевки на чемпионат мира. Собрались самые лучшие. Хотя у нас команда как бы на первенстве и чемпионате России заняла, я сейчас, по-моему, 25 призовых мест. Но отбор в этом году очень жесткий был на чемпионат мира. И на чемпионат мира едут вообще с России, с каждого региона всего по 3 человека в весе. Соревнования пройдут с 1 по 4 ноября в Бобруйске, Республике Беларусь. Отъезд уже в среду, но подготовка продолжается до последнего момента. Ежедневно до 2 тренировок. В таком режиме ребята живут уже 4 месяца. Аня единственная девушка в команде. Спортсменка занимается панкратионом всего 3 года и уже добилась шанса оказаться на одном татами с лучшими из лучших со всего мира. В своих силах девушка не сомневается. Главным соперником на пути к золоту считает волнение. Нужно собраться с мыслями о том, что нужно отстоять не только свою честь и честь своих тренеров, но и честь страны. Для Димы предстоящий чемпионат мира будет вторым в спортивной карьере. Первый раз немного не хватило упрямства и злости. В финале боец проиграл сопернику по баллам. На предстоящем чемпионате Дима намерен исправить ошибки и подняться на высшую ступень пьедестала. Тренировки были более усиленней, выносливость вырабатывал, потому что мне не хватало там выносливости. В этот раз, я думаю, все должно получиться. Шахзод пришел в панкратион из смешанных единоборств. В этом-то и есть его сильная сторона. Он одинаково хорош и в борьбе, и в стойке. Месяцы подготовки не прошли даром. Боец уверен в своих силах и едет только за победой. У меня единственная проблема – это вес. Вот. Я подготавливаю вес, в остальном я всегда готов. Я каждый день тренируюсь, утро, вечер. Вот. В плане настроя как проблем нету. Все, что предписано, то и будет. Илья в финале чемпионата России одолел соперника всего за 15 секунд. Это говорит о многом. Его секрет – заставить противника биться по его правилам. Я с детства занимался борьбой греко-римской и буду делать акцент на борьбу. Потому что если ты выходишь с противником, который плохо борется, ты его можешь одолеть на удушающем или болевом. Путевки на мир ивановцы завоевали, одолев сильнейших соперников России. На предстоящем чемпионате их главными соперниками также будут россияне. Исторически сложилось, что в этом виде единоборств нашим нет равных. Но этот факт отнюдь не упрощает задачу ивановским спортсменам. Со своими сражаться гораздо сложнее. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.